Всем наитеплейшее здрасте. Летний отдых, море, общественные пляжи, многочисленные удобства и большое разнообразие всего для хорошего отдыха. Хотите лежак, хотите зонтик или бунгало. Небольшие уютные кафешки с прохладительными напитками. Всевозможные развлечения для детворы. Что хотите на прокат по водной стихии. И, конечно, заведения для пополнения калорий. Так многие отдыхают в летний период. Я предпочитаю активный отдых на воде. Хочу рассказать, как проходит отдых на базе виндсерфинга Wheel Beach, которая находится между Приморским и Феодосией. Тут широкая пляжная зона, рядом дорога, песок, ракушечник. Бывает никогда многолюдно, а бывают и такие, когда никого нет. Тут на базе пусто. Вооружил парус. Доска моя уже вон там. Сейчас петли, блин, туда прифигачу. Вот база. На базе пусто. В хороший ветер, благоприятную погоду на базе всегда суета. Вооружают и настраивают паруса. Готовят матчасть. Профессионалы и любители выходят на воду. В сезон 3-4 месяца тут можно взять на прокат комплект виндсерфинга, САП, каяк, пройти обучение по виндсерфингу. Тем, кто берет виндсерфинг на прокат, помогут подобрать парус и доску по погоде, силе ветра и волнению на море. Инструктор поможет советами и информацией по технике управления виндсерфингом. Для каждого любителя подбирается доска и парус. Всем тем, кто берет виндсерфинг на прокат, инструктор поможет подобрать парус и доску, учитывая рост, вес человека, ну и погодные условия. Перед выходом на море настраивается все до мелочей. Для новичков проводится инструктаж. А также инструктор расскажет азы управления виндсерфингом сначала на берегу, а потом на воду. Хорошо обучаться в небольшой ветерок и в слабое волнение на море. Всякий раз, когда прогнозируют хороший ветер с благоприятным направлением, любители и профи торопятся на базу, вооружаются и на воду. Главное еще размять суставчики и разогреть мышцы. Виндсерфинг – это активность на воде, и в хороший ветер нагрузка на организм приличная. Я тоже не сижу на берегу, стараюсь ловить ветер, особенно когда он ровный и без рывков. Более новый вид спорта после кайтинга – вингфойл. Тут нет кайтовых веревок, строп. Классический современный надувной винг.
с этакой формой паруса. Стоишь на доске с крылом, держишь в руках винг и ловишь ветер. На базе с этого года тоже можно обучаться вингфойлам. Обучаться вингфойлу желательно не с нуля. Обычно пробовать советуют уже тем, кто уверенно катается в петлях на виндсерфинге. Или пробовал другой похожий спорт. Райдер, стоя на доске, ловит ветер, размахивая крыло, которое ни к чему не крепится. У доски подводное крыло. Винг за счет ветра генерирует тягу вперед, а подводное крыло у доски получает подъемную тягу. И вся система взлетает. Райдер должен ловить ветер и управлять доской. Это сегодня за повару, что ли, да? Конечно, не обходится без шумных вечерних посиделок. Празднуем, отмечаем. Дни рождения, события, праздники. Хорошо отдохнув накануне, оставляем чистый светлый разум на следующий день. Ловим ветер в спокойную маловетренную погоду. Хорошо провести активный отдых на воде и на память сделать хорошие фото и видео. Только снимать надо аккуратно. Супер! Да. Когда по прогнозу обещают южный ветер, жди больших волн. С утра начинает раздувать, и к середине дня южак надувает хорошие волны. Это любимые погодные условия кайт-серферов. Кайтинг – это такой вид спорта, когда райдер катается за счет силы ветра на доске и управляет кайтом. Он с виду напоминает воздушного змея или парашют. В это время любителей кайта набегает очень много. Из берега можно наблюдать большое количество парусов и кайтсерферов, прыгающих на волнах.
Активно проведя целый день на воде, главное это рассчитать силы, чтобы в конце спокойно передвигаться по берегу, а не стоять на четвереньках без сил. Шутка. В общем, приходите на базу Will Beach в Крыму между Приморским и Феодосией. Место хорошее. И активно отдохните в свой отпуск. Тут работают и общаются приветливые, дружелюбные активисты и любители всевозможного отдыха на воде. Ура! Коллектив поможет вам освоить водные виды спорта. Будете владеть виндсерфингом не хуже профессионалов. Всем хорошо отдохнуть в летний период. Как говорится, хорошего отпуска. А я вам говорю до свидания, до новых встреч.